Ну что, друзья, вторая встреча между Сараркой и Иртышом завершилась. Смотрим мы опасные моменты заброшенной шайбы. Первыми, как ни странно, хотелось бы сказать, но нет. Очень удивительно, что первыми открыли счет в этой встрече именно Иртыш. На 17-й минуте первого периода. Считаю, что в концовке в большинстве Диас Атаканов отличился с передачи Васильева. Ну и так и закончился у нас первый период со счетом 0-1. Но первый период такой был, ни шатки, ни валки. Ребята как-то не вошли сразу в игру, маленькие скорости были. Но во втором периоде СРРК счет сравнивает на 24-й минуте. Данил Апальков с передачи Фазлеева и Цветкова. Таким образом, счет становится у нас 1-1. Ну и спустя 10 минут карагандинцы забрасывают свою вторую шайбу. Евгений Григоренко забрасывает с передачи Фазлеева и Апалькова. Вот так вот, да, у Фазлеева получается две голевые передачи сегодня. Ну и что еще стоит тут отметить? Во втором периоде все-таки карагандинцы были интереснее, лучше, больше атаковали и заслужили свою вторую шайбу во втором периоде. В третьем периоде ожидалось, что Иртыш как-то должен что-то придумать, что-то показать своему сопернику, чтобы счет сравнять. Но начало было такое слабенькое, скажем так, в исполнении именно Иртыша. Ну и СРРК, вы знаете, не бежали так, чтобы прямо вперед, мы побежим. Нет, такого не было. Старались играть аккуратно, старались играть дисциплинированно. В итоге большую часть встречи это получалось. Но затем случилась атака сзади. Арбитры разглядели там целых 5 минут для Ярослава Хребкова. Ну и 5 минут концовки встречи, это, конечно, очень непросто выдержать в меньшинстве. Ну и вы знаете, Сарарка все-таки дрогнула, скажем так. Мощнейший выстрел Алексея Власкина, который счет сравнивает в этом самом большинстве. Передачи под Шиндялова и Сиванькаева. Мощнейший выстрел, смотрим мы на него. Да, этот счет становится 2-2 за 59 секунд до конца третьего периода. Казалось бы, все, эта шайба переводит нас с вами в овертайм с теми людьми, которые смотрели, да, эту встречу. В овертайм, и там еще 4-3, и Иртыш будет в шаге от победы. А вот здесь случается вот такой вот эпизод. Демин бросает и добивает ворота Баженов. И выводит свою команду в меньшинстве вперед. Ну и там оставалось 32 секунды до конца третьего периода. Не выдержал Иртыш. Хотя почему не выдержал? Должны были не выдержать карагандинцы. Они же ведь играли в меньшинстве. Но вот карагандинцы проявили свой характер. Показали, что они могут и в меньшинстве забрасывать. В итоге Никита забивает победную шайбу своей команды. 3-2 счет с передачи Руслана Демина. Ну, тут на самом-то деле, положа руку на сердце, все сделал Демин. Да, Штукет очень расстроен этим поражением, потому как команда была в шаге от набранных очков еще и с таким соперником, как СРРК. Но, как я и сказал, такого не случилось. СРРК выигрывает. Давайте посмотрим финальную статистику. Здесь по броскам в створ 41-22 впереди СРРК. На точке вбрасывания 32-27 также СРРК лучше. Голы в большинстве и Иртыш в большинстве забросил. Голы в меньшинстве забросила СРРК в меньшинстве. Ну и по штрафному времени 13 минут у СРРК, 18 у Иртыша. Финальный счет на ваших экранах. Победа СРРК 3-2.